Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Сбывшиеся надежды. И данные обещания. Флешмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. Слушайте программу «Очевидец» во вторник в 11 утра. Добрый день, уважаемые. Доброе утро. Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы работаем в непривычном формате. Я тоже нахожусь вдали от студии, а на прямой связи через Zoom с нами Инесса Тестелец, человек уникальной, удивительной энергии, которая уже многие годы организует такой фестиваль Рудага в Юрмале, которая является супругой Романа Тестелец, нашего замечательного музыканта, педагога и организатором еще с недавних пор шахматного турнира детского. И что удивительно, в этом году, в этом пандемическом году, этот турнир состоялся в Юрмале с участием просто множества стран. И более того, под эгидой ФИДЕ, и руководитель ФИДЕ Аркадий Дворкович приезжал, и наша замечательная Дана Резница Озола, которая является его заместителем, как мы знаем, ФИДЕ, тоже участвовала в организации этого мероприятия. А начнем мы с самого начала. Как родилась идея Рудаги, Инесса, и почему вас так волнует вот образование детей, их свободное время, их творческий потенциал? Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень рада выйти хотя бы в таком формате в эфир и пообщаться. Ну что я могу сказать? Рудага. Вообще, я сама педагог, во-первых, да, и у нас в семье трое детей, и, соответственно, там, где дети, это образование, это внешкольное образование и всевозможные кружки и так далее и тому подобное. Ну, все с этим связано. Рудага, собственно говоря, родилась. Ну, это аббревиатура. Все спрашивают, что такое Рудага. Это аббревиатура, это у нас наши дети в этом названии. Ну, а созвучно, знаете, как детский лепет, радуга и так далее. То есть каждый слышит свое. Но, в принципе, это такое позитивное, такое энергичное название. И мы уже, в общем-то, с этим, с Рудагой уже много-много лет. Ну, довольно много, да, и вот родился наш и фестиваль Рудага творческий, где объединились дети, взрослые, родители в творчестве таком. А шахматный турнир, знаете, у меня с детства шахматы меня не то чтобы преследовали, я вообще творческий человек и всегда любила музыку, рисовать. Вообще в детстве хотела быть Майей Плисецкой. Ну, росла я в маленьком городке. Вот. Ну, соответственно, особых таких, знаете, кружков, каких-то возможностей не было. Приезжая наша учительница по балету, это было раз в неделю, потом она исчезла и так далее. То есть и мама пыталась меня тоже куда-то там... Я сама поступила в музыкальную школу, очень-очень хотела. Но тоже не сложилось. Моя любимая учительница уехала, эмигрировала из страны. Ну, в общем, как-то все не складывалось. А шахматам мне тоже пытались научить. Честно скажу, ну вот у меня вот в творчество все вело. И потом я хотела быть врачом, но вот так сложилось, что все равно я в семье педагога выросла, соответственно, меня туда и привело это все дело. В общем-то, педагогия – это вот сочетание творчества, знаний, ну, в общем, можно всего. Миссия еще самое главное, да? Да, да, скорее всего. В общем, нужно уметь сделать все, в том числе и организовывать шахматные турниры, как я поняла. Ну, а шахматный турнир, конечно, к шахматам меня опять вернули дети мои, мой младший сын, который, в общем-то, очень-очень заинтересовался, и у него как-то это все пошло, Ну и вот с маленького турнира началось, вернее, хотели сделать маленький,
организовать турнирчик такой в конце лета. Ну, как-то у меня я размахнулась опять же, и получился вот Рудо Гакаиса совместно с нашим тренером Дианой Матисоном. Мы сделали в Юрмале ну, довольно-таки приличный, хороший турнир. И вот уже 6-7 год мы два раза в год, и уже при поддержке Юрмальской думы мы организовываем турниры именно для детей и юношества. Конечно, дети растут вместе с турниром, они взрослеют, соответственно, у нас и возраст поднимается дальше и выше, но мы не забываем о начинающих шахматистах, которые вот, начиная там, чуть ли не с 4 лет уже участвуют в нашем турнире. Поэтому это очень важно, конечно, детей мотивировать. И, ну, конечно, не хочу... ну, не знаю, мне кажется, что такого турнира, как наш, нет нигде, потому что я вижу, как радуются дети и насколько благодарны родители. И счастливые эти лица видеть, большая радость. И, наверное, это тоже моя миссия именно вот в шахматах. Привести ребенка в шахматы. Инесса, и оставить. Да, вопрос такой. Ну, как мы помним, какое-то время назад, в принципе, шахматные кружки, это было почти в каждой школе, и, соответственно, проводились какие-то соревнования. Безусловно, дети для того, чтобы совершенствоваться, нуждаются в каком-то мотиваторе. Они хотят быть лучше, хотят себя проявить. Но вот когда вы начали организовывать турнир, какова была вообще ситуация в стране с шахматным движением? Насколько вы вступали как-то снова в эту реку? Или все-таки определенные активности в этом плане происходили, и вам нужно было просто... добавить свою ноту в эту музыку? Знаете, дело в том, что я в этой музыке никогда не участвовала, и поэтому я даже понятия не имела, какие были течения, что происходило в стране именно в шахматном мире. Это для меня вообще новый мир. Я открыла для себя, в первую очередь, очень интересный. И, знаете, от творческих фестивалей, где мы уже что-то понимали. Конечно, у нас и музыкальная семья и так далее. Но вот мы вступили вот в шахматы. У меня Рома говорит, слушай, ну а как это вообще? Говорю, я не знаю. И мы учились, и я училась вместе с детьми. Правда, я не знаю, добавила ли я какую-то свою ноту. Я думаю, что да, я добавила, потому что я это все видела по-своему. И это получилось по-другому, не так, как, видимо, принято в шахматном мире. Потом я уже начала знакомиться с этой темой, и поездив по миру вместе с нашим младшим Ильей, и на чемпионатах мира мы были, на чемпионатах Европы, мы везде старались не пропускать, и я это все видела и смотрела, думаю, ой, ну как-то вот мы по-другому, а вот это вот здесь так. И я поняла, что мы добавили творчество в этот шахматный мир, и знаете, это, я смотрю, это прижилось, правда. Ну, приживается, во всяком случае, это нравится детям, в первую очередь, потому что много внимания, любви, и, собственно говоря, ну, я думаю, что детям это необходимо. А как в шахматах проявляется творчество? Вы проводите какие-то параллельно турниру мастер-классы, какие-то уроки показательные, какие-то мозговые штурмы? Как вот это происходит? Знаете, мы когда начали организовывать шахматный турнир, я, конечно, в первую очередь мне было интересно вот, сам шахматный турнир, понятно, там определенные правила, определенный план и так далее, от которого, знаете, ни вправо, ни влево не уйдешь. Но мне хотелось привлечь внимание к шахматам людей, которые, вот, может быть, таких, как я, которые не играли в шахматы, понятия не имеют, что это такое, да, и, может быть, боялись к шахматам притронуться, ну, казалось, что это что-то такое невероятное, да. И у нас турнир превращался вот в такую площадку, ну, скажем так, фестиваль. Мы приглашали
гроссмейстеров, мастеров шахматных, которые читали лекции, проводили мастер-классы. Я привлекала даже людей творческих, которые что-то делают руками, там рисовали мозаики, и тоже мы это все в шахматную тему превратили, да, то есть шахматы можно было лепить из глины у нас, я не знаю, там делать украшения шахматные и так далее, тому подобное. И вот на шахматном турнире мы выбирали самых мини-мисс чес и мини-мистера чес, чес-стайл, то есть дети приходили в какой-то такой шахматном стиле. У нас сами даже рисовали, разрисовывали майки, шарфы. И там, ну, много, там родители что-то там даже шили, какие-то такие наряды. Но это было интересно, понимаете, и есть интересно. То есть в этом году мы решили, что мы, так как турнир уже 7-й год, и многие дети, они как бы вот прям традиционно участвуют в наших турнирах обязательно 2 раза в год, несмотря ни на что. И они вот, там, скажем, 6-летнего возраста, но уже, соответственно, им 13, а многим 14-16 лет, даже 18 лет, они приходят на наш шахматный турнир, мы, соответственно, сдвигаем возраст вверх, и мы решили тоже номинировать таких наших верных шахматистов, и у нас они были номинированы как ветераны нашего турнира. То есть, ну, и детям, ну, вообще это всем приятно, когда, знаете, ну, понятно, что очень приятно побеждать, получать кубки и медали, но ведь есть еще много игроков, которые, ну, вот, не повезло и так далее. Шахматная игра – это такое дело, знаете, и везение, и знание, и все в одном флаконе. Но если мы мотивируем человека играть дальше, а не бросать, даже если неудачные какие-то вещи происходят. Но это здорово. И продолжают. И многих, я скажу, даже детей мы вернули, да, в шахматы. То есть играли, потом, ну, какие-то неудачи или еще что-то по каким-то причинам бросали и возвращаются. Это здорово. Мне нравится, когда, конечно, ну, понятно, что на турнирах и слезы, и смех, и так далее. Это не без этого, проигрывать не все. Да. Да, это спорт, но у нас и приезжают у нас и не только шахматисты, и гроссмейстеры, среди них есть и психологи спортивные. Ну, в Латвии, к сожалению, я таких не знаю, да, вот именно которые специализируются на спорте и именно на шахматах, и тоже разговаривают с родителями. Образовывать родителей тоже нужно, объяснять и так далее. С детьми проводят какие-то там такие психологические тренинги. Очень важно, и для нас это тоже, ну, хотелось бы развивать это в Латвии тоже. Слава богу, шахматы, так сказать, теперь модный вид спорта. Но не хватает тренеров, конечно. Не идут в тренера, уходят молодежь, к сожалению. Инесса, скажите, пожалуйста, а вот много у нас сейчас говорят об искусственном интеллекте, о том, что компьютер уже обыграл чемпиона мира по шахматам, и как бы эта тема как-то немножко становится такой, ну, не то чтобы не модной, но не перспективной, ну, не обыграет человек, наверное, компьютер, и, наверное, всегда и компьютер считает быстрее, чем человек и так далее. Почему все-таки шахматы могут сохранять свою привлекательность, и почему, например, ну, государства, школы должны обращать внимание на то, чтобы заниматься с детьми шахматами, чтобы развивать их, ну, как бы мыслительные способности? Я понимаю так, что шахматы, прежде всего, это мышление, это быстрота реакции на какие-то комбинации, вот, на шахматной доске, они же могут быть в жизни. Соответственно, конечно, вот в условиях, когда общий уровень образования, к сожалению, на глазах падает, может ли вот эта шахматная тема быть какой-то палочкой-выручалочкой для того, чтобы сохранить и интерес к точным наукам, и интерес к вычислениям, и интерес вообще к мышлению как таковому?
Без сомнения, абсолютно согласна, потому что, ну, во-первых, шахматы – это и общение, это психология. То есть это, можно сказать, школа жизни, понимаете? И дети, и взрослые, собственно говоря. Ну, вот, ну, конечно, искусственный интеллект, онлайн-турниры, но это все, вот, ну, я считаю, что, ну, все стараются от этого отойти, правда. Вот после этого года, ну, я смотрю и по детям, и взрослым. Ну да, это какой-то, знаете, ну, способ возместить, скажем, да, чтобы не забыть, наверное. Но шахматы – это, конечно, это жизнь, понимаете? Это наука жизни, правда. То есть там дети учатся и общаться. Я не просто говорю там думать и так далее. Да, ну, там совершенно разные есть ситуации, проигрываются на этой шахматной доске. Это столько эмоций. Я обожаю даже смотреть на этих детей, которые сидят за шахматной доской. Это просто что-то невероятное. Это, знаете, как вот смотреть на воду, да, и так далее. То есть такое... Ребенок погружается в какой-то свой вот вообще человек, вот поворачивает, что называется, глаза в себя. Понимаете, сейчас это очень хватает. Вот. Извините, у меня тут прервалось почему-то. Все нормально, мы вас видим, продолжайте, да. Да, да, да. Поэтому очень важно очные шахматы. Очень важно. Я считаю, что это. Просто это поездки на турниры, это, знаете, всевозможные, правда, комбинации в шахматах, они действительно сродни вот ситуациям в жизни, понимаете? Они могут вывернуться, могут придумать что-то, понимаете? В жизни выкрутиться, грубо говоря, понимаете? Что, ну, жизнь, да, она сложная такая штука на самом деле. С одной стороны простая, с другой стороны сложная, и в ней тоже много вариантов, да, решения проблем. И дети, вырастая, даже и не вырастая, вот сейчас тоже им приходится тоже вместе с нами, со взрослыми, решать очень много, ну, не детских проблем и не детских вопросов. Поэтому шахматы, вот, ну, правда, после года такого перерыва фактически, да, и, ну, просто, я не знаю, магия какая-то. Мы провели, ну, просто, я считаю, что, знаете, бесподобный турнир. И я очень благодарна Аркадию Дворковичу за... такую вот, знаете, поддержку и доверие, понимаете. Я понимаю, что, может быть, мы заслужили и видели наши турниры и так далее. И Дане я очень благодарна. Знаете, сначала мне казалось, ой, ну как-то такая большая ответственность. Но, знаете, мы это делали от души. Наша команда, вот правда, с любовью, с такой сделан, организован этот турнир был. И родители... прям сделали целый фильм про наш турнир. Я скажу, что это вам дорогого стоит. И до сих пор пишут и звонят. И когда вот мы хотим встретиться еще раз. И я очень рассчитываю на то, что, знаете, все проходит. И мы, конечно же, встретимся. Очень жаль, что вот сейчас должен был пройти турнир детский, юношеский в рамках сейчас большого турнира. Гранд Свист, который, кстати говоря, сегодня открывается, несмотря ни на какие ограничения пандемии, все-таки прорвался шахматный мир вот в этот локдаун, и приехала в Ригу очень такие просто, не знаю, ну, мало сказать, звезды, планеты. Вот. Я считаю, что, ну, очень жаль, что именно побоялись детей и закрыли турнир буквально вот накануне, да. Хотя очень рассчитывали и были готовы к разным, знаете, ограничениям в плане игры и так далее. Дети очень хотели приехать и сыграть, хотя бы немножко встретиться друг с другом. А вот что дает турниру поддержка ФИДЕ? Ну, я понимаю, что, наверное, это рейтинг для самих шахматистов, все-таки это более высокий ранг турнира, очевидно. Но помимо вот таких чисто престижных вещей, организационно, ну, исторически, ну, действительно,
в плане репутации самого вашего турнира? Что это дает? Ну, конечно, вот все, что вы перечислили, это все дает. И это авторитет, и репутация, и такая, ну, уже другая ступень, скажем, да, и для детей это очень важно, что их, собственно говоря, вот так вот приподнимают, поднимают на такой высокий уровень, то есть есть куда стремиться, и понимаешь, что работы, может быть, непочатый край, как и у организаторов, так и у детей. Понимаете, после этого турнира много детей вернулось в шахматный мир и начали сами, так сказать, сами себя даже тренировать, потому что сейчас таких возможностей, конечно, много, и онлайн, и так далее. Конечно, это поддержка и финансовая, ну, то есть, ну, все что угодно, понимаете. И то, что приехал к нам на открытие сам Аркадий Дворкович, понимаете, для детей это, ну, вау. Понимаете, такие люди сами поздравляют, номинируют. И, ну, понимаете, это неоценимо для ребенка, когда взрослые люди, серьезные взрослые люди, вот так к ним с уважением, почтением относятся. Понимаете, соответственно, и ребенок будет соответственно относиться и к взрослым, и к своему делу, которому вот он, собственно, его родители привели. Может быть, понятно, конечно, не все станут шахматистами, но я точно знаю, что все дети и юноши, которые занимаются шахматами, которые много времени этому уделяли в своей жизни, ну, правда, это удачливые дети. То есть у них жизнь... Удачливые и удачные. Удачные, да, и удачные. Такой вопрос, который, наверное, радиослушателей широкие массы радиослушателей волнует, это отношения между Латвией и соседними странами. И мы видим, что из-за ухудшения этих отношений, к сожалению, Латвия очень многие вещи проигрывает, и в плане экономики в том числе. И в этом плане, ну, то, что достаточно высокопоставленный функционер или государственный деятель России, такой как Аркадий Дворкович, участвует в проведении турнира, приезжает лично, интересуется и так далее. Может ли это быть, ну, каким-то ресурсом для возобновления диалога между нашими странами, для установления вот каких-то связей на уровне народной дипломатии, когда люди, понимая, что не всегда их интересы соответствуют и отвечают интересам, ну, как элиты правящей, ее политическим целям, все-таки устанавливают контакты, и на почве этих контактов может вырасти что-то другое и в межгосударственных отношениях. Я надеюсь, да, конечно, люди-то не переставали друг с другом общаться. И шахмат, собственно говоря, шахмат – это вообще без национальности, без границ и вне политики, я считаю, хотя пытаются, да, это все дело куда-то запихнуть. Ну и, конечно же, это человеческие отношения невозможно в какие-то рамки загнать, кто бы что бы ни старался делать. И я надеюсь, что именно вот именно человеческие отношения, именно, скажем, вот тот же спорт, культурные обмены и так далее, они, конечно же, дают эту позитивную и энергию, и посыл, понимаете, ну, невозможно все время там, понимаете, воевать, ну, невозможно все время там искать какие-то негативные моменты. Ну, показали просто, что вот, можно позитивно, понимаете, вот, вот просто дружить можно, понимаете, и конечно, строить отношения на вот таких вещах, как обмен шахматистами. Я очень рада, что так получилось и приняли, и Юрмальская дума это, понимаете, поддержали этот наш турнир, и уже не наш, понимаете, это, в общем-то, собственно говоря, уже мы вышли за рамки нашей страны, да, и я считаю, что да, конечно, это несомненно, мост, мостик, я не знаю, что угодно.
таких мостиков должно быть побольше. Да, ну, в общем, мы будем рассчитывать на вас, если что. Вы сможете замолвить словечко в правительстве там Российской Федерации о том, что мы хорошие, мы хотим развивать спорт и дружить с семьями. Они не отказываются. Да-да-да. А можете назвать вот, ну, статистику, может быть, вот этого летнего турнира, сколько стран участвовало, сколько детей приехало, каковы были результаты, какие страны себя проявили лучше, вообще в каком мы состоянии на фоне других шахматных стран? Мы как бы в серединке, или мы лидируем, или мы в хвосте плетемся, и нам нужно что-то предпринять для того, чтобы вылезти на позиции, которые обеспечили нам Михаила Таля. Нужно вылезти. Ну, у нас проходил как очный турнир, так и онлайн, потому что, ну, к сожалению, не все смогли приехать. Ну, а с другой стороны, такая еще одна возможность, еще один мостик. Да, то есть вместе с онлайном участвовало 50 стран. Да. Вне онлайна очно приехало, я сейчас точно не скажу, по-моему, было 11 стран. Да, то есть, ну, достаточно много, я считаю. Очно было около 200 деток, да, и юношей, молодежи, и приехали, конечно же, с разных стран, да, и Испания, и так далее, и Россия в том числе, и Украина. Никто никого не делил, никто ни на кого, и все дети дружили, и родители обменивались и мнениями, и так далее. И это было здорово, и для многих это детей это вообще новый опыт, понимаете, международного турнира. Это, ну, такой вот. Ну, у нас был фестиваль, несколько турниров, да. Ну, в большом турнире у нас победили, да, российский шахматист юный увез золотую медаль, да-да, и испанский, Финляндия тоже. Наши тоже показали неплохие результаты, но, как говорится, да, нам нужно работать, конечно же, и не хватает, может быть, и ресурсов и так далее, хотя, в принципе, сейчас все как-то стараются, и благодаря вот уже и Дане Рейзнице, Озола, она, в общем-то, это популяризирует очень хорошо в Латвии, и энергично это все делает, и я считаю, что надежда есть, у нас очень хорошие, конечно, традиции в Латвии, и я надеюсь, вот наш мэр обещал попробовать, когда в Кемере откроют совсем вот это здание красивое, где проходил, кстати говоря, первый чемпионат Европы по шахматам, не помню, по-моему, в 1837 году, что ли, возобновить традицию и, возможно, сделать еще больший турнир, и взрослый в том числе, и Юрмалу вернуть, конечно, шахматы хотелось бы. Конечно, много дел. Инесса, в литературной газете была рубрика «Если бы директором был я», вот если бы вы были министром по делам спорта и молодежи, как сейчас предлагается одной политической силой, вот что бы вы сделали для развития шахмат? Открыли бы шахматную школу какую-то специальную, финансировали бы вот подготовку молодых тренеров, их приход в школы в качестве руководителей кружков. Вот что можно сделать, ну, ресурсами государства для того, чтобы воспитывать и, ну, развивать таланты молодежи? Ну, в первую очередь, конечно же, невозможно все это развивать, знаете, на одном энтузиазме. Конечно же, нужна достойное финансирование, понимаете? И чтобы вернуть или как-то привлечь молодежь талантливую, у нас много талантливых шахматистов молодых, привлечь именно к тренерской работе, но это тоже миссия, понимаете?
ну, нужно все-таки дать возможность им достойно тренировать, жить, и возможность путешествовать, потому что спорт – это, конечно, не ограничивается одной страной, да, и, конечно же, возможность организовывать всевозможные турниры, обмены, приглашать специалистов из других стран. Понимаете, это очень важно, обмениваться, потому что мы не можем, ну, только на уровне, да, нашей национальной, скажем, сборной там, и так далее, развивать. Ну, это любой вид спорта, а шахматы это особенно касается, потому что это интеллектуальный вид спорта, и понятно, что есть сильные тренера, ну и привлекать, конечно, внимание, популяризировать всевозможными способами. Ну, конечно же, финансирование на первую голову, чтобы привлечь молодежь, обучать. И есть у нас Рижская шахматная школа, я считаю, что, ну, нужно беречь, правда, как зеницу ока, и давать больше возможностей этой шахматной школе развиваться. Ну вот, и давать возможность маленьким регионам, городкам тоже этот вид спорта развивать. Но для этого нужно, ну, хотя бы финансирование, и, конечно же, нужны тренера. Ну вот в Юрмале, ну правда, прекрасный город и так далее. Ну из Риги в Юрмалу очень сложно, понимаете, бесплатно или за какие-то копейки, да, приехать и тренировать детей, да, но это нужно все-таки на уровне государства решать. И, конечно, в начальных классах было бы здорово вообще вести шахматы, хотя бы на начальном этапе, чтобы научить, а дальше уже выбор ребенка, родителей, развивать это в ребенке дальше или нет. Но, ну, государству нужно, конечно, очень попросить, и если бы я была, вот, скажем, прикоснулась бы к возможности развивать это на государственном уровне, конечно, найти возможности финансирования, понимаете, они, я надеюсь, я думаю, что они есть, потому что можно найти, понимаете, и привлечь внимание. Ну, все, наверное, зависит от приоритетов, какие ставит перед собой государство, да, и если мы говорим о том, что мы хотим развивать систему образования, хотим развивать наш творческий потенциал и человеческий потенциал страны, то, конечно, любые возможности для этого нужно использовать, и такие, как спорт, интеллектуальный спорт, и особенно учитывая традиции, которые у Латвии есть в этом плане, ну, не говоря уже о Тале, но и Дана Резница Озела сама по себе тоже является яркой фигурой на шахматном Олимпе. И, безусловно, то, что она вошла в руководство ФИДЕ, очень много очков добавила Латвии, может быть. И ваш турнир не получил бы такого признания и внимания, если бы не вот этот человеческий фактор, проявленный Даной. Я надеюсь, что ваши контакты будут продолжаться, турнир будет продолжаться. Следующий в графике стоит летний турнир 2022 года. Вообще-то у нас в графике стоит зимний. У нас обычно проходят два турнира в год. Зимний в феврале и летний обычно у нас в августе. Ну, в этом году сдвинулся на конец июля. Но я очень рассчитываю на зимний еще турнир, потому что очень рассчитываю. Посмотрим. Mm-hmm. Да, то есть в графике он стоит. Да, то есть я не имею в виду, в графике он еще ни в ФИДЕ нигде не стоит, но вот проект я уже написала, и мы все рассчитываем встретиться в конце февраля, традиционно в 20-х числах февраля на детском и мужском турнире Рудга Каиса. И, конечно, хотелось бы восполнить пробел турниров. Летом, конечно, насколько это было возможно, проводили всевозможные турниры, маленькие, большие и так далее. Просто, ну, сколько успели, столько успели, да. Очень жаль, конечно, что, ну, это все-таки здесь это все пройдет,
Ну, я думаю, что в этой ситуации сложной для страны нам удастся преодолеть какие-то негативные тенденции в плане эпидемиологической обстановки и к февралю обеспечить какие-то условия для того, чтобы дети могли собраться и пообщаться, и поиграть в шахматы. Я думаю, что та работа, которую вы ведете вместе с другими энтузиастами шахмат, она очень важна, ни в коем случае нельзя ее забывать и снижать ее, так сказать, интенсивность. Вот. И мы, в общем-то, должны выразить надежду на то, чтобы наше государство тоже обратило внимание на этот вид спорта, на спорт в целом, на развитие детей, на развитие их творческого потенциала, мышления и всех остальных качеств, которые необходимы для жизни. Напомню, что сегодня с нами на прямой связи была Инесса Костылец, организатор детского творческого фестиваля «Рудика» в Юрмале уже многие годы. И вот организатор также шахматного турнира детского, который прошел в этом году в международном масштабе, собрал около 50 стран онлайн и офлайн и получил поддержку ФИДЕ, что, конечно, является очень позитивным сигналом для нашей страны, для всего спортивного мира. Огромное спасибо, Инесса, за ваш труд. Я надеюсь, что вы будете продолжать в том же ключе, и мы еще узнаем много интересного о шахматах, о турнирах, о вовлечении детей в спорт, вовлечении детей в интеллектуальные занятия и развитии нашего молодого поколения. Программу сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго. До спасибо большое. Да, до встречи через неделю. Да, спасибо большое за приглашение и всем удачного и красивого дня. Вы слушаете Радио Болтком.